В общем, это одна из лучших вообще машин, что я в жизни водил, на мой взгляд. Безумно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Автофин, и взяли на пробную поездку автомобиль Бьют-танк. Китайский, по-моему, звучит необычно. Бьют прошифровывается как Build Your Dream, построй свою мечту. Короче, этот конкретно джип здоровенный, семиместный, электрический, разгоняется за 4 секунды, по-моему, до сотни. Вот. И получается 70 тысяч стоит на полной комплектации. Все на коже, все на LED-подсветках. Не знаю, как говорили блогеры и обзорщики, сказали, что типа немецкая тройка курит в стороне в плане качества материалов, отделки и прочего-прочего. Сейчас покатаемся, пока непривычно, что к чему. Вот. Но первое, что в глаза бросается, это очень крутые премиальные материалы. Офигенная внутри кожа, все в подсветках, все как бы очень... То есть, допустим, на Тесле катались, Тесла была технически заряжена, автопилот, все очень понравилось, едет как ракета, но у Тесла внутри как-то скучновато, что ли. Здесь другая история, похоже на более привычную компоновку, все очень красиво. Ну... Здоровенный семиместный джип с динамикой спорткара за 4 секунды до сотни, по-моему, это, конечно, круто. Разгон бодрый. Слепые зоны в привычных местах, короче, больше похоже на обычный автомобиль, типа как все привыкли ездить. Так вот, в общем, очень интересно все это выглядит. Ну, шумоизоляция, архи особо не шумят, то есть колеса не очень слышно, но... Не сказал бы, что прям безумно тихо, да? Да, подвесочка не очень мягкая, я думала, мягче. Ну, подвесочка не очень мягкая, может быть связана тем, что стоят огроменные, широченные 22-е колеса. А, так у тебя еще спорт-режим. Спорт-режим. Как еще бока пользоваться тоже? Я знаю. Тут есть эко нажать? Ну, или комфорт какой-нибудь есть там? Нет, только спорт или эко. Вот сейчас эко. Давай эко. Спидометр меняет за дизайн в плане. Планшет очень интересно. Центральная камера сейчас снимет. Нажимаешь, планшет можно реально физически вращать. В зависимости, какое вам положение более удобно. Наверное, для навигации площадь горизонтальная более удобно. Для остальных случаев может быть вертикальная компоновка. Но, в принципе, интересно. Ощущается очень большим автомобилем. В том плане, что сидишь высоко, места очень много. Такой внушительный аппарат. Сидишь не так высоко, как в Энексе? Не, выше. Не знаю, может, у меня сиденье настроено, но у меня выше посадка. Прям на порядок я выше сижу, чем в Энексе. Это получается по цене, по размеру чуть-чуть нет, это больше джип. Все-таки это уже, наверное, как U7, вот такие. Но по цене электрический конкурент ближайший — это Tesla Model U. То есть Model U на полном фарше с автопилотом стоит около 70 тысяч. Этот тоже получается сейчас по компании стоит 70 тысяч. Конечно, в плане автопилота и технической начинки, наверное, Tesla выигрывает, если честно. Но здесь получается премиальная отделка материала, все такое, на мой взгляд, круче, чем в Tesla. Внутри прям кожа, материалы прям очень крутые. Вот, но не знаю, бренд новый.
build your dream, построй свою мечту. Фиг знает, насколько продажи пойдут, потому что люди боятся чего-то нового. Все-таки Tesla уже захватила рынок, уже вошла достаточно давно на рынок. То это что-то новое. Как будут продажи, пока еще как бы не очень понятно. Шумоизоляция не сказала, что плохая, хорошая. Колеса еще и шумят, но тоже 22-е широченные колеса. Я думаю, если поставить... Плюс есть резина разная. Здесь, наверное, стоит для высокой скорости. Ну, резина, то есть они обычно более шумные и жесткая резина, да? То есть, в принципе, если поставить какой-нибудь там ланцейл мягенький, плавненький, может быть, шубка станет ощутимо еще лучше. На спидометре отображаются киловатты. В текущий момент сколько машина киловатт выдает. И когда я отпускаю газ, начинается рекуперация, пишет, сколько машина собирает киловатт. То есть минус 20. Вот сейчас в таком режиме рекуперации машина собирает ток. Короче, если честно, интересный. Ну, вот мы катались на UNX, на плагин гибриде. Не скажу, что внутри круче кажется. Мне кажется, это круче, нет? Ну да. Это дороже. Да, да, смотрится очень это дорого. Смотрится прям безумно дорого. Материалы, как все обшито, по ощущениям, прям безумно дорого. Все вот эти планшеты переворотные, это прям, ну, не знаю, сидишь, вот кожа, материалы, то есть прям... Как будто в каком-то, не знаю... Лютейшем бизнес-классе. GLS, да, типа, GLS, мне кажется, Mercedes ведро на фоне его по ощущениям внутри. Нет. Что-то какой-то Rolls-Royce. GLS, ты сидела, там кожа грубейшая, материалы хорошо, отстойные. Хорошо, вот этот Mercedes, который Maybach, который... Ну, короче... Очень. Сидушки с памяти, все с подсветкой. Кстати, на ходу подсветка здесь, вот здесь еще прям в панели. Под низом идет LED, лампочка светится все LED. И прям в панели здесь тоже светится. В зависимости, как там ставил спорт? Можно спорт поставить? Вот. Да, да. Ставим спорт. LED не сгорает? Нет. Сзади тоже все в подсветке. Такая вот фигня. Поставим авто. Ионизация у нас до сих пор, смотри. Да, ионизация воздуха, обогрев, обдув сидений. То есть в плане электронного оснащения серьезный такой Бэтмобиль. Мне кажется, Black Edition очень хорошо. Короче, за что люблю электрокары? За охеренную динамику и быстрый отклик. В бензинках, в дизелях, пока ты даешь газу, обороты пока раскрутятся, пока все это начнет там блюм-блюм-блюм реагировать и фигарить, ты как бы ждешь какое-то время, и даже мощные моторы такой динамики и близко не выдают. Я не знаю, может быть, есть, покажите, какие-нибудь Lamborghini Urus за 500 000 евро, но бензиновый и дизельный за 70 тысяч я никогда ни одной машины в жизни не видел, чтобы был 7-местный огромный джип за 4 секунды с такой динамикой. Просто, ну, нереально. Очень как бы шустрый. Прям очень-очень. И в то же время, как бы, не, ну смотри, 22-е диски, 22-е низкопрофильные диски, и то есть стоит устойчиво на дороге, но очень жестким мне кажется. Короче, реально, на мой взгляд, за последние 10 лет автомобильный мир реально перевернулся. Раньше там BMW, Mercedes, Audi и других, по сути, и не знали. Сейчас появился какой-то там бьют вообще, построй свою мечту, да, бьют, и реально крутой, то есть реально интересный. Абсолютная тишина, офигенно. Даешь газу и только динамика в сиденье вдавливает, и все. Ничего не шумит, не гремит, ни мотор не орет, не визжит. Прикольно. Кстати, да, на 22-х дисках огромнейшие колеса достаточно хорошо проглотил кочки. То есть сейчас проехали через железнодорожный переезд, и достаточно хорошо он с этим справился. Так, что тут у нас? Музыку бы как-нибудь включить, разобраться. Тут какая-то премиальная аудиосистема, музон должен быть очень-очень крутым. Дирак. Мьюзик есть. No music files. Через USB можно подключить или Bluetooth. Смотри аккуратно с бачкой. Так, ладно, с музыкой попозже сейчас разберемся. Пока надо привыкнуть, порулить. Реально. Я еще так далеко сижу, у меня ноги до пола не достают. Очень непривычно, что огромный, длиннющий, семиместный джип, реально, семиместный, большущий, то есть, ну, как вот по размерам, чтобы вы понимали, это примерно как вот Audi Q7, вот такого класса автомобиль. Огромный, реально, длинный, большой джип, реально.
и нажимаешь газу, он начинает херачить, как ракета. Это как бы очень непривычно и интересно. В принципе, ну как бы мне нравится. Интересный такой автомобиль. Люди, наверное, в ахере не понимают, что-то джип едет. Логотип какой-то синий, бьют. Хер пойми, что это за машина, ни BMW, ни Audi. Че смотрят? Да-да, кстати, ну, внимание привлекает, народ смотрит. Ну, тут еще тоже, конечно, я думаю, играют роль огромные 22-е колеса. Автомобиль сам черный. То есть... О, Максим. Да не, ну, честно говоря, страшно в плане, как у них потеря стоимости, непонятно. Я думаю... Она там, наверное, тоже настраивается все, сейчас у новых тачек все. Ты можешь вообще ее отрубать, многим не нравится, вообще ее отрубают. То есть, ну, внутри прям ощущение очень высокого премия. Я вот даже руль держу, то есть кожа такая обалденная. Мне как бы очень нравится, как он ощущается. Коломче! Так, ну что, покатались на Бьют танк. Вот, в общем, не знаю, мне безумно понравилось. Прям безумно, реально. Внутри, в Катюхе тоже очень понравилось. Внутри прям ощущение лютейшего премиума, офигенная динамика, круто рулится, крутая шумка. Все в коже, все светится, очень крутая тачка, реально. 70 тысяч стоит новый, звучит как дорого, но конкуренты типа раскрученного BMW X5 на дизеле устаревшем, тарахтящем, еле греющемся, стоит сотку. Сотка плюс даже X5 стоит. Здесь... просто бешеная динамика, офигенная рулежка, крутой внешний вид, внутри все в коже, все мягкое, ничего не скрипит, не хрустит. В общем, это одна из лучших вообще машин, что я в жизни водил, на мой взгляд. Безумно крутейшая, реально. И из электрокаров, ну, Тесла по динамике выигрывает, у Теслы автопилот, Тесла записывает на парковке в круг. То есть есть плюшки, которые круче, но если объективно, то по отделке, по премиальности и солидности внутри, эта машина намного круче, чем Тесла, реально. Мне безумно понравилось. Это точно, ну, одна из лучших машин вообще, что я, в принципе, водил. Взяли на пробную поездку электрическую Toyota. Насколько я понимаю, это первая в истории серийная электрическая Toyota. Вау! Вот так выглядит, капот. Кстати. Да. Вот, ящик. Тесла едет целиком сама, я ничего не делаю. Честно говоря, страшно. Все равно я наготове тормоз держать, газ держать. Вот она видит полосы. Еду целиком сам. То есть электрический Ford Mustang Mach-E мы ездили. Lexus RZ электрический, при том, что я безумно люблю Lexus. NX Plug-in Hybrid мы ездили, да? Polestar ездили, Toyota электрическую ездили. Ни одна таких эмоций не дала. Реально. Реально все хуже. Просто безумно крутой. Крутая шумка, реально все круто. У Теслы пара плюшек, которых она выигрывает. Типа я говорю, вот автопилот безумно крутая. То есть рентабельность на рынке. Записывает в круг движущиеся объекты. Там вам поцарапали, не поцарапали машину. Для меня это круто, да? Вот, динамика все же у Теслы намного круче. Из всех машин, что ездил, Тесла самая шустрая, да? Получается. Короче, безумно крутейшая тачка, реально. За 70 тысяч прям пушка. Блогер был прав. Да, блогер был прав в плане как бы немецкая тройка сейчас нервно курит в стороне, потому что в плане отделки и премиальности, что BMW, что Audi, на мой взгляд, как бы уступают реально. Динамика прям вау, реально.
по-моему, загуглим, по-моему, 4,4 до сотни. Да, там Тесла быстрее, например, там есть машины быстрее, но учитывайте, что это огромный, длиннющий, семиместный кроссовер. Реально. То есть, по ощущениям, он здоровый, комфортный, круто едет, круто рулится, крутая внутри кожа, материалы, всевозможные плюшки, там, сенсорный дисплей и прочее, прочее. Короче, безумно крутая тачка, реально. Не знаю, как у него продажи пойдут. В принципе, в плане гарантии у них тоже все супер. Основная гарантия 6 лет, дробь 150 тысяч километров. Это получается целиком на автомобиль. На все. На подвеску, на мотор, на все. На аккумуляторы гарантия 8 лет. 8 лет, дробь 160 тысяч километров. То есть прям... прям это самое. Обслуживание раз в год, дробь 20 тысяч километров. Но у электрокаров обслуживание выглядит так, что проверяют охлаждающую жидкость, проверяют все гайки, затянуты, не затянуты, делают диагностику, ну, электронную, и ты едешь дальше. То есть у электрокаров ничего менять не надо, ни масла, ни фильтра, ни форсунки, ни свечи, ничего там менять не надо. Электрокар — это та история, когда ты зарядился и помчался 4 секунды до сотни дальше в лютейшем комфорте, в офигенной коже. Короче, реально, мне не нравится название, не нравится их логотип. Синий бьют. Что за бьют? Build your dream, а построить свою мечту. Это мне не нравится, честно скажу. В душе как-то, в голове все равно какой-то, ну, такой, как предустановка, типа там, ой, там Mercedes, там Lexus, типа, о да, о да. Круто. Но реально, вот по факту, если оценивать автомобиль, а не бренд, не логотип, то это безумно крутая тачка. Реально. У меня эмоции очень крутые. Катюхе тоже очень понравился. На каких машинах мы катались, она пробовала, сама каталась. Она такая критичная у нас. Критичная женщина. Сразу же, это не то, здесь что-то шумно, это некомфортно, это неудобно. Прям так строго все, реально. Стаканник. Машина на какого-то эгоиста, один подстаканник. О, не ледовская. Какая-то хрень такая. Или ледовская. Но она по-нормальному у нас. Полистар, например, стоил там, по-моему, 75 тысяч, что ли, евро. То есть дорогущий электрокар от Volvo Polestar, да? Мне не очень понравился. Катюха вообще в хлам его просто говорит, вообще не очень. То есть, вообще, ну, он реально так себе. Ничем не впечатлил, реально. То есть, не, все не ужасное, но и хорошего тоже нифига нет. Средняя динамика, средняя рулежка, маленький, не особо комфортный, по электронике так себе. Жесткий, да. В общем, Polestar так себе. Я бы еще как-то понял, если бы он себя позиционировал как невероятный спорткар и ехал бы там 2,5-3 до сотни, это так, ну, как-то обосновывало бы его как бы позицию. Но он и ехал, то есть, мне кажется, вот это, по-моему, я загуглю, может быть, Polestar примерно так же ехал, но по ощущениям 7-местный 2,5-тонновый бьют едет быстрее, что невероятно. И рулится тоже как бы очень... Короче, говорю, то есть, ну... А много машин катался, на разных обозревал, на разных просто катался. И входит точно в тройку самых лучших машин, что я в жизни водил. Безумно крутая. Круто рулится, круто едет, крутая шумка. Все круто. Надо, конечно, тоже привыкнуть ко всему, к планшету, да. Как все эти настройки, здесь все нажимается. Потому что, допустим, на Lexus мы уже ездим давно. И все интуитивно понятно, да. Здесь чуть-чуть получается история другая, чуть-чуть непонятно. Но в целом эргономика машины, какая вот кожа, материалы... Безумно круто, красиво, очень солидно и премиально. То есть очень... Короче, не знаю, посмотрим, как у них продажи пойдут. Вот, только вот в Финляндию их завезли. Буквально там, не знаю, надо загуглить. Я думаю, месяца три они как в продаже. Открылся официальный дилер у нас в Райсе. Вот, ну... Эмоция прям бомбическая, не знаю, мне понравилось. Катюхе тоже понравилось. Музыка чистейшая, реально. Фирма какая-то, Дирак. Там нераскрученный Бурмейстер, там Марк Левинсон и прочие, прочие, которые привыкли... именитые производители, да, то есть я впервые слышу Дирак, но, честно, на эту наклейку вообще не важно и начхать, потому что звук чистейший. Включили музыку, играет громко, играет очень чисто, басисто, то есть очень офигенно играет. То есть автомобильный мир, мне кажется, реально перевернулся очень сильно. Сейчас, то есть, Huawei машины делают, то есть и телефоны, и машины, да. Вот бьют какой-то появился. То есть всю жизнь Mercedes, BMW, Audi рулили. Сейчас, мне кажется, они реально отстают. Они вот на своих этих дизельных устоях и на логотипах
как-то остановились в развитии. То есть они реально ничего такого нового не представляют. Вот здесь вот эмоции колоссальные, реально. Очень все круто сделано. Очень круто, прям безумно круто. Рулится очень круто, да. Электроусилитель руля так настроен, что вращает руль очень легко, то есть. Да, семиместная машина, огромный кроссовер, то есть, а по ощущениям рулится и маневрирует на нем очень легко и очень комфортно. Короче, так вот. Если бы мне еще и проплатили бы отзыв, я бы вообще, наверное, купил бы его нафиг. Но просто взяли покататься, выходной день, делать нечего, и эмоции получил, думаю, на целый день. Очень крутая тачка. Очень мне понравилось. Камеры 360, 4 камеры в круг. Качество камер на очень высоченном уровне. Картинка просто, как не знаю, Full HD. Очень красивенная. То есть у нас на Lexus тоже 360 камера, но на Lexus на порядок проще. Камеры более старые, и там уже пиксели видны. И самое прикольное, ладно у нас 15 года NX. Мы катались на RZ, Lexus RZ 23 года, и там такая же фигня. А здесь камера, просто безумно качественная картинка. Огромный дисплей, безумно качественная картинка. Короче, да, выглядит как какой-то хвалящий обзор, но эмоции, правда, обалденные. Очень, очень прям крутая тачка. Мне очень понравилось. Очень офигенно. Очень премиально. Всем пока, с вами был...